ведут Христа на тяжкие мучения, и кровь струей с его ланит стекает, и вся толпа в безумном наслаждении ему Голгофский крест приготовляет. Что сделал он, какое злодеяние, и почему их злая ярость без границ искала причинить мучения и страдания, и гвозди вбить в ладонь его десниц. Ведь он любил всех искренне и нежно, любовью чистой, пламенной, святой. И жил так кротко, тихо, безмятежно, и никого не оскорбил хулой. Что сделал он, какое злодеяние, и почему же посланный отцом за все свои великие деяния увенчан был из терния венцом. Народ бесчувственный и сытый стоял перед Христом и наблюдал, как Иисус, истерзанный, избитый, мучительно и тяжко умирал. О, люди, оглянитесь, вспомните о Боге. Сегодня со креста звучит небесный глас. Склонитесь перед Ним, оставьте все пороки, ведь это Бог.